Снижение числа обращений орловчан в различные инстанции зафиксировал Центр управления регионом Орловской области. За минувшую неделю им было зафиксировано около 450 вопросов от жителей области, присланных через соцсети. Это на четверть меньше, чем недели ранее. Более 90% обращений уже решено. Топ актуальных тем возглавили вопросы социального обслуживания, такие как выплата детских пособий и заключение социального контракта. Растет количество жалоб на ремонт дорог. Вопросы чаще всего задавали жители областной столицы. От них поступило более 300 обращений. На втором и третьем местах – Ливны и Мценск. По способу передачи сообщений по-прежнему лидирует соцсеть ВКонтакте. При этом стремительно растет количество вопросов от пользователей Инстаграм. Таковых больше сотни. Специалисты Центра управления регионом стараются помочь решить орловчанам их вопросы максимально быстро. Так, в одном из орловских пабликов в соцсетях написали об опасном люке в районе сквера «Юность». Крышка колодца была разбита, это могло обернуться бедой. ЦУР Орловской области зафиксировал жалобу и оперативно направил ее в нужное ведомство. Крышку оперативно заменили.